Всем приветище, друзья! Сегодня на канале Игрули ТВ мы вместе с Красным Шариком отправимся в мир стикманов. Но, так как это мир рисунков, то и шарика нужно нарисовать. Ну так не томи, Игруля! Рисуй давай! Эй, а чё сразу шарик? Я тоже хочу в мир стикманов! А ну кыш зеленый, я первый в очереди! Игруля, рисуй давай! Да, я бы с радостью, но здесь нет красного цвета. Опа-на! Ну и зеленого тоже нет. А вон, я вижу оранжевый. Это, можно сказать, что светло-красный. Ой, да ну вас! Ну, наконец-то! Итак, приступим. Сначала нарисуем круг. А точнее, окружность. А в чем между ними отличие? Окружность — это вот как сейчас. А когда мы внутри закрасим, то будет круг. О как! Ага, но сначала давай нарисуем глаза. Сначала левый. Вообще-то это правый. Ну, для тебя да, а для меня левый. А теперь рисуем правый. А это вообще-то левый. Так, шарик, угомонись. А если не угомонюсь, тогда не буду тебя закрашивать. Все, молчу. Вот это другое дело. И это, под руку тоже бубнить не надо. А то закрашивать здесь не просто и не быстро. Еще промахнусь случайно. Разок, другой. Третий, пятый, десятый. Эй, поаккуратнее. Ты ж все-таки меня рисуешь. А не какого-то там. Лизуна глазастика блоба. Хе-хе. Так, еще немножко. Готовченко. И все? Ты чё, прикалываешься? Да не кипишуй ты, шарик. Я еще не закончил. Сейчас сделаем тебе обводку. А заодно и глаза. Левый, который правый для тебя. И правый, который для тебя левый. По-моему, неплохо. Остался только рот. Вот так. Эй, чё за дела? Ну а что, ты же у нас несносный. Ну Игруля. Ладно, сейчас исправим. Так, пойдет? О, да. Ну и супер. Вселяйся в рисунок и погнали уже в мир стикманов. Опаньки. Ну-ка, проверим, как я качусь. Два. Ты не катишься. Ты ходишь. Та-да. Ну и ладно, так даже прикольнее. Необычно так. Ага, только это, Игруля, чё-то здесь скучновато. Может, это, нарисуешь мне какого-нибудь друга, что ли? Опа-на! А вот и моя очередь подошла. А других вариантов нет? Так, не вредничай. Лизун Блоб отличный вариант. Рисуем. Только это, шипастик, ты будешь оранжевый, а не зеленый, хорошо? Точнее, это, выбора у тебя нету. Да нормально! Я же и в игре Мутант Блоб так мог цвет менять, в зависимости от того, что захаваю. Будем считать, что это я просто мандаринов натрескался. Хе-хе. Делай шипы готовы. Остался рот и глаз. Насколько я помню, он у тебя один. Агась, один, но большой. Ну что, по-моему, получилось неплохо. О, да! Друзья, ставьте лайк, если вам понравились рисунки Игрули, а я погнал вселяться! Супер! Осталось только дать тебе имя. И все мы его знаем. Блоб. Готово! О, крутяк! Пойду прогуляюсь! Тихо! Эй, чё происходит? Ну чё ты там застрял? Го сюда! Ну ладно, чё б не прогуляться? Яху! О-о-о! Эй, чё за дела? Помогите! Спасите! О-оу,
Злая книга захавала Блоба, друзья! Шарик, чего стоишь? Идем выручать Шипастика! Может... Эй! Да иду я! Иду! Ну и... Да хорош меня торопить! Я и сам знаю, что должен спасти Блоба! Эй, дружище! Я за тобой! Ну что же, приключение началось, и сразу же появилась подсказка, как использовать карандаш-огонь. Нужно к нему прикоснуться и нарисовать огонь на препятствии, чтобы сжечь. Ну чё, давай затестим! Жмём на карандаш и рисуем огонь. Вот так вот. Ну-ка. Кажись, работает, но это не точно. Надо бы проверить на чём-нибудь. Ну давай попробуем на дереве. Готов? О, да! Давай, жги! Работает игруля! Да вижу! Правда, мы случайно и кролика сожгли. Та-да! Еще и переборщили как назло. Так бы хоть похавали. Но в целом прикольно. Давай еще. Вон, кусты снизу сожжем. Давай прям целую огненную стену ставь. Во! Ну, вроде с этим разобрались. Кстати, у меня идея. Огонь же красный. А ну-ка, давай меня подпалим. Может, я тоже стану красным, а не оранжевым. Ты уверен? Да. Ну, хорошо. И... Ох, ой! Да, не лучшая была идея. Ладно, будем знать. Перезапускаем. Ну чё? Походу придется пока оранжевым побыть. Ну, в смысле светло-красным. Ага, и раз с огнем мы разобрались, давай уже искать Блоба. Ну-с, осмотримся. Дверь, а ну пусти. Ах так, а ну-ка, игруля, давай ее сожжем. Огненной стрелой. Такой? Ага, жги. О, кажись, сработало. Ну да, можем проходить. Текс, поверху или понизу? Ну, давай понизу. Окей, значит, поверху. Вот вредина. Ох, ёшки-рисовашки. Это чё, динамит? Слева и справа. Походу. Так чё ж мы ждём? Давай поджигай, чтоб бомбануло. За фитиль будем поджигать? Ну да. А за что ж ещё-то? Хорошо. О, пошла жаришка. О, да. Крутяк. И мы можем теперь пройти выше. О, да. Ух ты, еще один динамит. А еще какой-то кусок пазла. Но, чтобы до пазла дойти, сначала нужно проход расчистить. Славным взрывом, само собой. Фитиля нет, поэтому пробуем сразу динамит поджечь. Ага, сработало. Погнали. Эх. Эй, ну огонь же, не торопись. Ладушки, оладушки. Ну и, чё за пазл? Мы нашли первую часть головоломки, друзья. На каждом уровне спрятана одна такая часть. И когда мы их все соберем, откроется нечто удивительное. Так в подсказке сказано. Интересно, интересно. Ладно, сверху вроде усё позырили. Побежали обратно вниз. Пойдем по нижней дороге теперь. А может, давай сразу динамит подожжем? Это я за! Ну и отлично. Тогда аккуратно поджигаем за фитилек. И... знатно жахнуло. Эх, снова кролика зацепило. Что-то не везет им в этом приключении. Так это... Нечего бегать возле огня и взрывов, и все будет чики-пуки. Логично.
Ну тык! А вот и следующие динамиты. Давай сразу оба подожжем. А чё? Так можно? Ну да, как видишь. И мы расчистили проход дальше, друзья. И походу прямо к выходу. Но только еще не расчистили. Еще один динамит остался. Тю, нашел проблему. Сейчас исправим. Давай сделаем огонь в форме звезды. А чё бы и нет, как говорится. Раз тут нет ни монеток, ни звездочек, то хоть такая будет. Ну все, финишируй. Погодь, там вон выше еще один динамит. А значит, сверху что-то есть. Ну давай проверим. Подожжем в этот раз за фитиль, для разнообразия. Ух, шарванет! Да уж. Водила. Это что, теперь все заново проходить? Что все-то, игруля? Тут идти 10 секунд. Наверх нам не нужно. Мы там уже были. Поэтому сразу мчим к выходу. Давай, взрывай все по-быренькому. Сейчас 5 сек. О, вот видишь, уже 5 сек. А то караул, все заново проходить. Ну ты кипишуга. Ну вот мы и дошли до того же места. Вот он, тот самый динамит. Ну, сейчас ты стоишь подальше от него. О, да. Проход открыт. Идем. Бегу, бегу. А тут ничего и нет. Походу зря шли. Да-да, хотя... Погодь, а чё это кусты искрятся? А? Там, походу, кто-то есть. Давай-ка его огоньком выманим, а то, ишь, прячется он от нас. Эй, шипастик, выходи. Опа-на, попался. Только это не блоб. Да, я заметил. Эй, ты кто? О, появилась подсказка. Мы нашли новый цвет. И теперь можем перерисовать шарика в этом новом цвете. О, крутяк! Ага, только цвет все равно не красный. Поэтому смысла перерисовывать нету. Но зато теперь мы знаем, что на уровнях, кроме пазла, есть еще и цвет. И рано или поздно найдем красный. Скорее всего. А теперь давай откроем дверь огненным ключом. Ну, в смысле, сожжем ее. И дуй на выход. Там-та-да-дам! Первый уровень пройден! И мы разблокировали следующий уровень, который называется «Ущелье Армакилла». Но отправимся на новый уровень мы уже в следующей серии, друзья. Поэтому до скорой встречи на канале Игрули ТВ. Всем пока! Покусики, ребятки! До скорой встречи!